Приветствую, друзья. У нас уже была волшебная подушка, волшебная таблетка, а теперь волшебная комната. Вебинар. Те вебинары произвели такой оглушительный эффект, всем были нужны и полезны, потому что каждый раз я делаю такое, сажусь когда за работу, чтобы выдать контент уникальный каждый раз, чтобы он был каждому человеку максимально полезен. Вот этим мы занимаемся. И поэтому ссылка на вебинар «Волшебная комната» будет в прикрепленном комменте. А вообще-то, я немножко юморист, и поэтому напомню, что однажды кто-то сказал, что реклама – это есть эстетическое потребление продукта. Да, и у меня вот такое предвосхищение, предвкушение – как это будет прекрасно, когда я буду вам дарить радость, когда мы все окажемся в этой волшебной комнате, в кавычках волшебная комната, и волшебная таблетка тогда тоже была в кавычках, и волшебная подушка тогда тоже была в кавычках, да, которые многим-многим людям помогли. И этот вебинар тоже, я уверен, многим поможет, потому что там будет такое. Вот эта волшебная комната – это виртуальная такая реальность, где мы с вами встречаемся, и где каждый из вас, вспоминая счастливые моменты жизни, воспроизводит у себя эту счастливую память в любой момент, а чтобы он мог в любой момент это воспроизводить, там будет еще алгоритм закрепления навыка вот этого мозгового санатория. Да, и там будет ключевая волна, которая помогает разгрузиться от всех страхов, неприятностей, да, выйти на состояние глубинной душевной безмятежности, закрепить этот навык с помощью, ну, я там все расскажу. Итак, под видео будет прикрепленный коммент на этот вебинар «Волшебная комната. Как восстановиться, избавиться от страхов, да, и управлять собой в любой сложный момент. Особенно сегодня это нужно, когда на нас падает каждый день. Вот это вот неопределенность. А это точка опоры. До встречи, друзья. До встречи.